Hello guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Neversong. В прошлой серии мы убили с вами сороконожку, и мы получили способность... Ну, короче, мы получили какие-то перчатки. А, скажу сразу, произошел казус, как и всегда, как и везде. Да, это неудивительно. Кое-какое видео, именно это, нынешнее видео, которое сейчас у нас на экране. Блять, как отсюда вылезти. Я прохожу снова этот момент. Я знаю, что будет, поэтому... Если что, не удивляйтесь, если тут какие-то предметы у нас не собраны. Мы закончили на том, что у нас теперь доступен полет. Как вы видели, я вначале вот зацепился за оранжевый шар. Примагнитился. Теперь благодаря этому мы с вами перелетим на другую сторону моста, которая у нас как раз с вами была сломана. Таймер идет, идет. Так, сейвиться, я думаю, не буду пока что. Это нам не пригодится. Паркурщик, да? С паркурщиком я разговаривал. Так, здесь у нас был ублюдок, его как раз сожрала его же мать. Поэтому бежим далее. Вот. Так, у нас здесь есть ваза, давайте сразу к ней залезем и заберем шмотку. Это у нас коллекционная карточка. Птичка. Используйте, чтобы получить радужный... Шлейф. Что такое шлейф? Ладно. Питомец Пита. Любит помогать, любит всех, и вообще, она классная. У нас теперь, короче, с вами эффект, так сказать, радуги. Ну чё, пускай будет. Так, теперь у нас есть возможность подняться куда-то выше. Давайте тогда залезем. Короче, если бить битой, мы немного будем... Блять. Попытка номер два. Блять. Ладно, попытка номер три. О, попал. И, походу, я зря это сделал. Так, здесь расшатываемся. И полетели. И мы получим еще один коллекционный предмет. И это у нас... Ага, это у нас враг. Спид. Используйте, чтобы надеть шапочку спида. Запас болотных... болотной тины обеспечен. Но он чем-то напоминает хедкраба. Так, где мои шапочки? Давайте я верну птичку и пойдем. Вот, вот как раз это место, где мы с вами перелетим на другую сторону. И у нас снова здесь коллекционная карточка. Так, это у нас растение уже. Трава красного ветра. Вот, собственно, почему так прикольно играть в эту игру. Ее приятно срезать или ходить по ней босыми ногами. Пахнет лавандой. Neverwood. Мы отправляемся с вами. Долгие загрузки, как обычно. Все. Прогрузились. Так, у нас появляются новые мобы. Летающие шары какие-то. Они ваншотятся, поэтому они нам проблем создавать не будут. Так, одно падение есть. Немножко нужно привыкнуть к вообще вот этим перепрыгам по шарикам. Так, проверить голосовое сообщение. Привет, Пит. Это Рен. Ты не мог бы мне перезвонить?
Окей. Но мы перезвонить, понятное дело, что не сможем, как и в тот момент. Ага, у нас 4 шара. Пит, это правда ты? Парень Рен? Это я. Рен, самая лучшая девочка в этом городе. Короче, хочешь услышать еще одну темный секрет, который мне рассказал Гамбоса. Да? Гамбоса сказал, что если махать битой, когда качаешься на лозах, можно качаться еще быстрее. Понял. Ну-ка, покажи, на что ты способен. Порази меня. Помахай битой, сидя на лозе, и доберись до того уступа справа тебя. Понял. Так, сразу убиваем этих шиповников. Бригада у нас пропала. Блин, надеюсь, из-за новых наушников у меня звук не дублируется. Так, звездочки мы собрали. Или осколки, как они сейчас там называются. Отлично! Я уже выпал в осадок. Так. Обычные ящики без ничего, да? Блин, здесь вот получается у нас как сигнал Морзе, либо что-то типа того на текстурах, на этих плитах. Так, давайте печка, тогда сохранимся. Какой-то уютный камин. Сохранимся. Так, прогресс мы сохранили. Уничтожаем летающую хуйню эту. И бежим далее. Снова ветряк. И снова этот... Мистер Пит! Надеюсь, видео не будет зависать, как раньше. А, конечно. Снова это доктор Смайл пришел. Напевая колыбельную под нос. Блять, пацан, сворачивать надо. Баю-бай, мое дитя. Баю-бай. Поскорее глаза закрывай. Та сука, что с тобой не так? Поскорее глазки закрывай. Ты не пой и не крутись. Как толчок. А ты, доктор Смайл, кусит за бочок. Натину в уши дает. Я игру сделал потише, но она просто дает в уши. Да. И... экран потух. О! Так, у нас какая-то лежачая херня. Так, мужик в клетке спит. О! Летающие и прыгуны. Пит! Семён? Я думал, что никогда оттуда не выберусь. Да? Пит, я глубоко сожалею обо всем, что произошло. Я тоже. Я должен остаться здесь, с мамой. Ну ладно. Как бы я хотел тебе рассказать. Все рассказать. Боюсь только, что ты не поймешь. В любом случае, пока что я вряд ли смогу тебе помочь. Но зато я могу на тебе попрыгать. Как дела? Я Гумкарапус номер 3. Это я, Пит. Ты лучший друг Рен, так? Мой старший брат Гамбоса думает, что она богиня. Спасибо. Короче, спасибо, что вытащил меня. И за это я тебе расскажу один секрет. Или хочешь? Если хочешь. Окей. Ты можешь срезать лозу с отметиной X, если найдешь острый предмет. Когда их срубишь, с них сваливается то оранжевая взрывающаяся штуковина. Круто, правда? Да. Твоей биты недостаточно. Сразу думаю, моя сестра поможет тебе исправить ситуацию. Спасибо. О, у нас снова портрет разработчика.
И мы отправляемся искать его сестру. Ага, вот, нам нужно здесь раскачаться и перелететь на ту часть платформы. Так, готово. Сейчас раскатаемся. Ага, это спящий мужик. Предупреждение! Он в коме, и его внутренности пахнут свежачиной. Хорошо, Громап. Безумец. Так, ну, у него один глаз активировался. Походу, нам нужно найти троих. Паркур? Ой. Паркур. Зацени мои свои бесподобные захваты, гамбосы. Ты выглядишь таким сильным и крутым в этих перчатках. Естественно, как ты сюда попал, ты тоже. Давай. Как ты сюда попал? Я в итоге подумывал, как слезть с того дерева в поле. Нужно было просто упасть. Приземлился я на какую-то острую палку. Совсем не прикольно. Ты в порядке? Я в норме, хотя вот пятая точка побаливает. Как будто на нее пролили кислоту. Паркур! 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 Так, ладно, видел Рен? Не, я был занят, искал отца Джона. Заодно поймал еще трех взрослых. Правда? Только осторожно, я только что уложил их спать. Если они опять начнут орать, точно разбудит этого монстра? Какого монстра? Слушай, мне надоело все тебе объяснять, как будто тебе 5 лет. Правда, взрослеть, чувать. Окей. Так, ладно, нам нужно пойти на дерево. Ага, все это мы активировали, и теперь мы можем подняться наверх. Бля. Так, я вижу домик. Нам, походу, нужно в домик кто-то залететь, и справа у нас тоже куда-то есть проход. Гамби Грёлс. Походу, это там, где его сестра. Привет, Пит. Хочешь получить возможность резать лозы в точке X? Да. Твоя бита особо в этом не поможет. Ха. Ха. Ну давай, давай. Попробуй. Ну ладно. Короче, если найдешь мой ящик с гвоздями, я сделаю тебе шипованную крутую биту. Ладно. Ты сможешь срезать те лозы. Лозы срабатывают, сбрасывают яйца, а яйца взрываются. Усек? Ага, пока. Окей, значит, нам нужно найти ее гвозди. Ну, если бы точнее, ящик с гвоздями. Нам нужно опуститься снова вниз. Подлететь и схватиться за те яйца. Ну, это она так думает, что это яйца. Ой, подожди, там что-то есть. Бля, заново, ладно. Я хочу просто срезать шар, ну, яйцо. И посмотреть, что там находится в этом камне, блять. Ладно. Будем потом возвращаться, убьем. Так, какие-то новые челики. Они пердят шариками. Они именно пердят, блядь, шариками. Самонаводными шариками. Слушайте, они довольно живучие, типа по 4 тычки, 3-4 тычки. Так, домик на дереве Пита и Рен. Соната Пита и Рен. Автор Пин Пит и Рен. 5020, 5021, 5022. Привет. Привет, друг. Как дела? Я думаю прекратить поиски отца. Почему? Я никогда не могу его найти. И вообще меня это не касается. Это даже круто, жить поживая без предков. Каждый день есть бекон на ночь. 3,5 ломтика бекона. Ни больше, ни меньше. Еще никогда не было так хорошо. Жизнь прекрасна, когда есть возможность держаться подальше от взрослых. Страшновато бывает, когда они начинают за тобой гоняться. Что?
У тебя испуган вид. Может, пойдешь, приляжешь? Это у тебя хорошо получается. Ладно, пока. Так, у нас есть вариант поехать наверх, и тут есть надпись. Это место имело для вас особое значение, да, ребят? Да? Бедняга Рен. Мы должны ее вызволить. Да, сделаем это. Так, полетели. О, гвозди. Это же ящик с гвоздями. Давай отнесем ее... Гармглесе. Сука, имена, конечно. Хватай и его птичка. Так, у нас есть еще один взрослый наверху. Но для этого... Окей. Надо яйцо активировать. А, сука, как я яйцо активирую, если у меня еще бита не улучшенная? Ладно, тогда вернемся еще сюда. Хм, минуту. А как бы я здесь тогда их, блядь, сломал? Если я хотел уничтожить камень, если у меня снова же бита не улучшенная. Неувязочка. Танцуем, танцуем. Полетели. Ну чё, девчуля, я принес тебе твои гвозди. Нашел мои гвозди? Да. Молодец, я горжусь тобой. Вот, дай-ка сделаю тебе биту. Поскорее. Обострей, чтобы ты смог срезать ту лозу в точке X и достать бомбу. За дело. Так, шипованная базука. Ваша легендарная бейсбольная бита стала супершипованной. Срезайте шары бомбы со знаком X, чтобы взорвать их. Так, один готов. Бомбы как-то медленно активируются. Так, плюс карточка коллекционная. Ага, очередная трава. Хлопок, пинок под зад. Вся одежда в Красном Ветре и его окрестностях производится из этого материала. Окей. Так, теперь мне нужно точно попытаться попасть на эту херню. А зачем я мучаю и опускаю постоянно платформу, если могу спрыгнуть вниз, и она восстановится? О, готово. С первого раза. И... Готово. Так, это, походу, новый тип одежды. Панки. И используйте, чтобы снять рубашку. Нельзя сказать, что они с питом, друзья. Но он достаточно чудной, чтобы сойти за милаху. Младший брат Сканки. Но я не хочу раздеваться. Мне так нормально. У меня птичка светится. Да, вот, смотрите, я прыгнул вниз, и у меня восстановилась, в принципе, эта херня. Так, пойдемте разбудим того мужика. Второго из трех. Блять, упал. Так, активейшн. Нет, 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 подожди, подожди. Вот где-то так, думаю. Сука! Ебаные тайминги. О, я могу сделать так, нихера себе. Спидранчики, спидранчики. А, нихера. Ладно. Так, надо вычислить эту миллисекунду до взрыва. Изи. Изич. Изич. Все. О, не шуяквар! О, не шуяквар! Мягкий знак, мягкий знак, мягкий знак. Ю-ю-ю-ю-ю.
Плохо, короче, локализованная игра. Не будем обращать на это внимание. Так, ну это у нас второй из трех. Да, теперь у этого шевелится еще одно очко. Импульсирую, так сказать. Так, здесь у нас была эта лоса. Нет! Сука. Ладно. Минус динамит. Может, я когда ящики... Смогу я ящики обрушить? Опа, они... Они слегка падают, то есть здесь не так уж продуманы некоторые предметы. Бомба заплечена и... Бабандубыдыщ! Сука, тут еще два камня. Ладно, перелечу. А нихера, если я перелечу, как я потом оттуда выберусь? Разумно. Ну, теперь точно все. Так, здесь нужен зонтик. Как мы помним, для полета. Поэтому сюда еще рано. Что-то царапано на камне. Прочесть. Клянусь дружить, не придружить. Все клевости делить. Пит и Рен. Это... А, ладно. Точку пополнили. Теперь как мне попасть наверх? Все, я понял. Так, это у нас последний, третий человек. Ну, он, короче, просто кричит. Монстр проснулся! А монстр — это очередной босс. Так, тогда просто зарашим, потому что времени у нас уже 23 минуты прошло. У нас еще 7 минут есть, в принципе. Да, босс активный. Джон? Это ты? Это Пит. Не ври мне, парень! Это... опять считал? Что я считал? А ну-ка иди сюда и обними меня как следует. Я Пит. Так. Мистер Той. Ага. Я тупанул. Так, наша цель... Это залетать наверх. И, в принципе, он нам ничего не сделает. Ой, блядь, уже сделает. Да ёлки-палки. Так, все. Он из бешенства вышел.
Так, нормально. Отходим. Он пока что в агрессии, поэтому держимся подальше. Как вы видите, он нам вообще урон не наносит, если мы типа в воздухе. Поэтому воздух — это наше преимущество. Так, осталась последняя хпшка. Готово. Так, и вот наша еще новая одна песня в коллекцию. Ты получил новую песню. Ура! Прелюдии из вечного леса. Данное произведение проревел отец Джона, когда ты отрубил ему странную круглую штучку. Интересно, что это за штучка. Хотя я даже знать не хочу. Отличная работа, Пит. Только вот что. Тебе хоть немного жалко папу Джона? Ну да. Ой, ладно. Что сделано, то сделано. Давай вернемся в дом, Рен, и послушаем ту песню. Юху! Юху! Ну что, тогда возвращаемся. На самом деле, я успел сделать все намного быстрее, чем раньше. Поэтому, ребята, чтобы не уничтожать, так сказать, синхрон, делаем так, вот так. И мы на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.